Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1987. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение Biohazard за Трейса Редфилда. Короче, да. Не забываем, кстати, ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваш комментарий под данным видео. А также вступайте в две наши группы. Это наши 90 и ПК-59. Ссылки все есть в шляпе. Ну и, кстати, да. Может, для общения, если захотите пообщаться со мной, есть ссылочка на ВК и Инстаграм. Тоже все в шляпе канала. Ну, а мы поедем дальше. Наливайте себе кофейку, чайку, и страх унесет нас куда-то. Так, блядь, как открывать? Во. Блядь, что-то мне патронов, мне кажется, мало. Ну, всех хантеров-то мне хватит. Ну, блядь. Будем мечтать. Так, блядь, куда нам вначале? Сюда? Не, нихуя. Чики-брики, 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 чики-брики. Чириси-брики, чириси-чириси, чириси-чириси, чириси. Блядь, как сложно-то, а? Опа, опа, опаньки. Надерем мы попаньки. О, потрошки. Да не валун ты разглядывай. Крис, вон что перед твоими ногами лежит. О, какая красотень. Надо перезарядить сразу же. Булыжник лежит. Пися камушки. А ну-ка скажи по-мужски. Хуй булыжников. Так, возьмем травку. Травка нам всегда пригодится. А, блин, у нас и так есть. Ну, ничего. Если что-то надо будет взять, мы сделаем Криса еще сильней. Так, блин, тут ничего не лежит? Что за нахер? Почему в оригинале тут все лежало? Тут нихера не лежит. Мне надо втулку найти. Втулку. Как мы помним. Вот там что-то, блядь, валялось, сука. Ладно, на обратном пути пойдем посмотрим. Помню патроны для пистолета. Потому что, блядь, нам уже сейчас вообще не вариант. Хантеров из пистолета валить это себе дороже. О. Энрико! Не подходи ближе, Крис! Что произошло? Предатель. Энрико, погоди. Энрико! Амбрелла. Энрико! Вот так вот, сука. Предатель. Ну, все знают, что Васька предатель. Так, скрутилка. Да не, Энрико, ты рассматривай. Жалко, конечно, напарника. Зеро ведь жил. Ну что, ребят, если вы хотите, чтобы я еще прошел зеро, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Блять. Блять. Хуя. Да ты что такой быстрый-то? Ну вот, меня уже похвалили. Хуя себе. Похвалили. Да он чуть меня не грохнул. Поцарапал-то немножко. Да, пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я прошел зеро. А тут вот, в прошлый раз, для чего я не стал проходить рез,
те, кто, ребят, кстати, использует драйвер бустер, не используйте его тему для энергосбережения, энергопотребления. Я советую всем всегда выставлять максимальное энергопотребление, чтобы процессор ваш и все ресурсы у компьютера работали по максимуму. А так, ну, либо высокий, у кого ноутбук. Блять. Я так, блядь, ребят, у вас патронов не напасусь. Это мне уже не нравится. Не пойду же вас пистолет убивать. Это, думаю, малоэффективно. Возьму еще одну тяпку на всякий пожарный. Что у меня там по патронам-то? Имеет 12 патронов. По 3 патрона где-то я на каждого ублюдка трачу. 2-3 патрона, блядь. Пока она мне больше не нужна ведь будет. Нет. Так, дальше. А нет, блядь, нужна. Сука. Сделаем мега-лепку. Не мега. А такую. Бля, огнемет. Сюда дробовик пока выложить. Вот, мы нашли себе оружие пока. Временно. Так, насколько мне его хватит? Ладно, мы патроны выложим. И одну ляпку, наверное. Потому что, блядь, опасно. Если вдруг огнемет закончится, тут хоть дробовичок меня подвыручит. У меня, по-моему, быстро закончится, это стопудово. О, он одно место занимает всего. Блядь, прикольно. Бжух. Сейчас начнется веселье, блядь. Раз, два, три. Три, беги. Тут ни сэндвич никто не хочет. Тол говорил про драйвер бустер, если это неправильно будет встанет, будет игра как под водой. Замедленно все. Что думаю, тоже, блядь, вам не понравится. Блядь, патроны для дробовика. Ну конечно, блядь. Я их выложил, а мне их дали. Ну, сейчас там же паучара будет. Большой пуфендрий. Сейчас мы всех зажарим нахер. Ты шо, а? Чё, дерзкий такой? Сгорел, сука. Вот и всё, сука, кончился. Наш. Еще не знал, что. Сколько же у вас тут этих фендриев? Так, жопу тебе разрывать не буду. Это, блядь, дороже мне обойдется. У
Блять, ну разлегся, да? Как мне двери-то подойти? О, блять, еще один лезет. Да ну нахер. У меня патронов мало, чувак. А там своих заблевывает. Ну ты без теперь весь затарен. Мне некуда ничего положить. Блять, травки, травки. А, ну да, это дверь, которую мы знаем. Которая по оригиналу должна была быть. Но ее тут нету. А, сюда надо огнемет положить точно. О, у нас место появится свободное. Блять. Так. Ползем дальше. Ах, да, проклятое опять место с этим булыжником. Аптечка. Мы без аптечки как-то тут выживаем еще. Ну, крутилка, давайте Криса покрутим. Так, пошли, Крис, вращать теперь эту штуку. Да блин. Сами покрутимся еще тоже. О, как надо, так и получилось. Как говорил я вам. Сейчас Криса крутанет? Нет, блядь, не крутанула. Ностальгия, ребят. Так сидишь ты свою подростковую вспоминаешь. Когда ты играл в оригинал этой игры. Когда не было вот этих статуй.
Так, здесь была статуя одна, ее надо было подвинуть. Там делов-то поставить на точку и все. Орла такого. Получили бы мы книжку как раз. Книгу. Либо мы получили. Сейчас не помню, что огнемет нужно брать. По-моему, нужно. Места нету. Это вот печально. Терминатор, сколько мы делаем. Теперь для огнемета появилось место. Хм. Я не знал, что здесь должен быть хантер. Бывает один, бывает два, в зависимости, опять же, от сложности. Но мне пока хватает и одного, потому что патронов, как видите, у меня пипец. Прям это... Позарез патроны. Хотя двери... Сейчас, конечно, они... можно их сделать, чтобы вообще в двери эти пропускать. Чтобы не было этого темного. Но это же от классики осталось. Потому что раньше на PlayStation 1 было это для чего сделано? Чтобы подгружалась следующая локация. Ибо столько места не было на Соньке, чтобы она могла полностью вспоминать большие локации. Сонька была минимизировано, но для нее вот так вот придумали рез, что дверь подгружает следующую локацию, ну, следующую местность. А в ПК-версии просто, видите, оставили как для таких олдовых фанатов, кто всегда ждал и не знал, что же ждет за дверью. Дверь это была всегда полево. Что будет дальше? Смотрит это видео, тот, ну, из тех, кто, кому уж за 25, за 30 даже, скорее всего, тот, конечно, это все знает и понимает. Немало времени мы убили в компьютерных клубах, в игровых, вернее, PS1 клубах. Сколько мы там играли, на двоих было много игр, например, там Twisted Metal, Tekken. Собрали 4, 2, 3, 1. Окей. Четвертый, второй, третий, первый. 4, 2, 3, 1. Вот и лифт приехал за нами.
там что-то лежит. Что же тут лежит? Так, идите со своими патронами для пистолета. Мне их самого хватает. Ну кого мне из них расстреливать? Не... Вы сами понимаете, что хантеров вы... Не... Ни один патрон, ну, патронами из пистолета, сколько там, обойму, полторы выпустить надо. Но это себе дороже. Хантер быстрее тебя изрежет. Голову тебе отрубит или еще что-нибудь сделает с тобой. Что-нибудь нехорошее. Они же любят что-нибудь нехорошее делать. Эти большие штуки. Сундук. Почему сундук могу убрать? Ничего. И брать-то мне из него нечего. Тут хоть сундуков побольше. Ну тут и локация побольше. В сравнении с оригиналом. А, это порез гидравлический, все. А, ну значит мне пока не сюда. Я просто все удостоверился в этом. Да? Ну, в эту дверь тогда. Сейчас тут будем бегать. Сейчас тетя Лиза придет, как мы помним. С какой стороны она идет? Блять, она с этой идет. Так, заманиваем ее. За нами. Так, тут ничего не надо брать. А, тут походил огнемет, надо будет повешать его. А, сломан это точно. Блять, почему ты здесь? А нахуй я здесь убежал? Вопрос. Она кричит на меня. Вот мне сюда надо было. Она мне злится. Лиза нехорошая. Вот как стукнула меня, ударила. Лезь, крыс. Лезь. Так. Вот это мы возьмем обязательно. Гранату возьмем. Посмотрите, пистолет оставьте себе. Прыгнуть не можешь ты. Рано толкать. Можно еще его подвинуть. Кто вот ведра поставил, тут вода если капает, блин, толку-то от этого. Ящик поехал. Ящик наш покатился. Блин, что-то я заблудился. С какой стороны идешь теперь? Блять, снизу я хотел травки забрать. Сучка. Ну ладно, травки мы тогда потом заберем. В следующую ходку. Если Мэри-то нету. Да, он за Джилл-то тут уехал.
Лифт у нас сломался. You are terminated. Вот мы раздавили ящик под гидравлическим прессом. Теперь берем сломанный огнемет. На этой штуке нельзя туда обратно ехать. Нет, надо все, блядь, оббегать. Так бы хоп, на лифте и обратно. Через тетельни зубы не бегали уже. А нет, надо, блядь, все всегда. Бегать и бегать и бегать. Это же классический рез. С какой стороны идешь? Ты где сюда идешь? Ладно, мы за травкой сходим пока. Блять, мне красную-то не взять, да? А мы-то зеленую сожжем, все. У нас так все будет хорошо. Даже говорил, у нас все будет хорошо. Встречи. Опять тут комната это ритуалов. А быстрее там за мной эти плывут нехорошие маленькие анаконды. Что мне? А, на два места, хорошо. Автоматчик, это английский. Так. Еще на шкатулку. Ну давайте. Следующую. Загадку разгадаем. А, блин, не надо что разгадывать. Ну хорошо. Вот мы тут все взяли. Ну, это мы уже видели, читали. Кто захочет, тот может прочитать. Предыдущий. О, клиночек. Травка зеленая. Возьмем. Возьмем. Да. Какая музыка-то? Такой в оригинале не было. Лизы.
Так. Так, блядь. Я тут короткий. Опять зомбак здесь. Чё стоим? Кого ждали? Меня? А вот тебе. Получил. Headshot. Counter terrorist win. Ну что, типа контры? Контры. Вот так вот. Эти наебал. Там еще второй стоял. Крис всех наебис. Наверное, патронов. 9 патронов всего вообще. Не густо. Но мы этому рады. Ну, забыли. Блин, а на эту штуку надо забрать. У нас места нету, да? Ну, сделаем Криса суперсильным. Прям будет у нас крутой. А, надо с этим комбинировать, точно. У нас же есть тупая эмблема. Тык, 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 тык. Пойдемте. По первому этажу и пробежим по-бырому. Главное, чтобы охотники не выпрыгнули. Охотники рядом. Мне не нужна твоя жизнь, мне нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом. Ностальгия, ностальгия. Бегать по этим вот местам. И вспоминать, как это было в оригинале, как это было давно, давно это было. Когда я первый раз это увидел, я еще учился в 8 классе. Пипец. Мне было 13 лет. А сейчас мне 32.
уровень 32, 31. Ну, чего ж тут осталось? Меньше 2 месяца. Уже 32. Да, ребят. Эмблема идеальности от углубления. Открыть дверь? Да. А ведь этого места тоже в оригинале. Блин, все ностальгирую. Ребят, это пипец. Меня накрывает, кажись. Да, надо бы засейвиться тут. Надо сразу еще эмблему взять. Толку я сейчас брал, все равно выложить-то сохранялку. А, вообще вместе с комбизи. Вон она. Ну, пойдемте к Лизе. Тут уже нам Берри никто не поможет. Тут, блядь, как-то будем сами, по ходу дела, справляться, я не помню. Я один раз его за Гризи проходил. Ремейк вот. Ну, будь что будет. Что было, есть. Смерть да, смех да слезы, а чем еще жить? Ты немного промазал. О, Вескер. Крис, пора действовать. Действуем. Бей Вескера. Войска плохой. Че, на войске убило? Бля. Значит, меня грохнет. Войска реально не стало. Я не помню, что войска тут. Убивали. Последний, давай. Мы не успели. Мама! Жалко, конечно, Лизу очень. Бедная. Что с ним натворили козлы эти амбарелловские. Ну вот Вескер то, что упал, это я не помню такого. Чертовски хрен знает. Если Вескер не выживет, что будет друг? Блин, другая концовка, что ли? Блять, это вообще уже интересно. Походу дело волки нарисованы. Нет? Орел? А нет, это лев и волк. Хорошо, сюда орла, значит. Водичка. Доступ в Лабладолию. Лабладолию корпорации Ламблева. Ебучий зонтик.
Ну, здесь, наверное, мы сохранимся уже. Следующее видео, чувствую, будет у меня завершающим. Ну а на сегодня, ребят, это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefright987. С вами был Неф. Не забываем ставить дуба. Кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Ну и всем пока. До новых встреч. Let's rock!